Друзья, всем привет! В этом видео речь пойдет еще об одном интересном месте. И находится это место на этот раз не в Италии, а в Дании. Итак, заброшенный автосалон в Дании. Автосалон в Дании, дилер итальянской компании Fiat, закрылся в далеком 1981 году. И с тех пор 200 автомобилей, многие из которых находятся в идеальном состоянии, стоят заброшенные в помещении автосалона. Новые автомобили, полученные от компании Fiat, а также подержанные автомобили, которые были приобретены владельцем автосалона для последующей реализации в период с 1973 по 1981 годы, по неизвестным причинам так и не были реализованы. Большинство экземпляров представляют из себя подержанные автомобили, которые находятся в идеальном состоянии и, как мы видим, некоторые еще с предпродажной пленкой на сиденьях. Вероятно, владелец автосалона был поставлен перед выбором сосредоточиться на дистрибьюции грузовиков или остаться в секторе легковых автомобилей. Его выбор пал на первый вариант. И в 1981 году 200 автомобилей оказались закрыты на долгие 30 лет. И лишь несколько лет тому назад забытые и никому не нужные машины вновь увидели свет, благодаря наследнику владельца автосалона, который организовал аукцион и выставил на продажу практически все содержимое автосалона за символические суммы, за автомобили, фактически находящиеся в предпродажной смазке. На изображениях мы видим такие раритеты, как Fiat 127, Fiat 128, 131, Ritmo, Fiat 500, а также модели, не принадлежащие марке Fiat, например, Renault 4, Ford, Audi, Lancia. Автомобили в наихудшем состоянии уходят по цене в 250 евро, но такой автомобиль, как Lancia Beta представительского класса, был продан за 6500 евро. Таким образом, автоколлекционерам был предоставлен уникальный шанс пополнить свою коллекцию раритетных автомобилей. Вот с таким интересным местом я вас познакомил сегодня. Пишите ваши комментарии. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!